Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Solarix. Это второе видео, и на самом деле оно создано после того, как мы посмотрели эту игру и просто собирались реально сделать первый взгляд по ней, потому что я ожидал гораздо худшего. Эта игра, она поначалу пугала, но после того, как нам дали оружие в руки, показалось мне, что хоррором-то она больше и не является. Но, по сути, она очень интересная, и какое-то вот именно такое ощущение, как от игр, наверное, конца 90-х, начала 2000-х, это то, что в ней подкупает. Видно, что игра корявенькая, кривенькая, но сделана с душой. То есть людям было интересно то, чем они занимаются. Так вот, мы с вами находимся на непонятной планете. Мы пришли в себя после стазиса. Человеки все мертвы, ходят какие-то непонятные охранники. Я даже не пойму, то ли они люди, то ли они киборги. Здесь вообще что-то странное происходит. С нами связались как минимум два непонятных сущности, в общем. Я не знаю, как назвать. То ли искусственный интеллект, то ли человек. Непонятно. Все говорят друг против друга. Я никому не верю. Все хотят нас убить. Мы, среди прочего, наша задача это... Нам нужно попасть, выбраться из этой колонии. Для этого нам нужно вот в эти шахты попасть. А туда нужна ключ-карта. И ключ-карту мы будем искать где-то здесь. Оттуда мы пришли. Здесь несколько охранников ходят. Охранники конченые. С ними вроде как нужно быть осторожными. И пока что стелс на самом деле не такой сложный. Ну, то есть как бы... После тех игр... После того количества бешеного игр, в которых нужно прятаться, в которые мы с вами поиграли, стелс здесь не представляет из себя что-то особенное. И прятаться откровенно просто. Это хорошо. Патронов мало. Это плохо. Стелс построен на тушении разнообразных источников света. Это хорошо. Это нравится. Всякие мультитулы, взломы дверей. Это тоже нравится. В общем, все нравится. Игра кривая, мне нравится. Атмосфера в игре есть, и она напоминает именно, я не знаю, то ли Alien vs Predator 2. Ой, не надо, пожалуйста. Если вот так вот на меня кто-то будет смотреть, пока я буду сидеть в темноте, и оно так засверкает. Куда я иду вообще? Я что-то заговорился, иду. И оно пойдет, вот это вот начнет сверкать, это будет очень печально. Слушай, это какая-то... пещера, что ли? Ладно, пойдем посмотрим. Фонарик у нас, по крайней мере, не садится. То есть там за 30 секунд это было... Понял. Ой-ой, плохо. Что это? Человек лежит. Это не яд какой-нибудь? По-моему, мне сюда не стоит подбираться, хотя... Так, спокойно. Мне, в общем-то, кажется, что вот эти вот искусственные интеллекты, вот эти вот все роботы, это только верхушка айсберга. Тело инженера. Ты не должен был видеть это. Это тот, кого ты знаешь, верно? Но ты не помнишь его лицо. Ты не помнишь его лицо, потому что... Я вырезал его из твоего мозга. Что, тварь? Что ты сделала? Его рука может быть полезна для сканирования дверей. Ну, уважаемая, я не знаю, кто ты там, но я буду называть тебя каждой бочкой затычка. Я тебе хочу сказать, что я не помню его лицо, потому что его лицо скрыто за маской. Вот такие вот дела. Так. Его рука может быть полезна для сканирования дверей. Понял? Хорошо. Враги здесь, насколько я понял, достаточно хорошо слышат, поэтому то, что я на цирлах здесь бегаю, это очень плохо. Надо ползать. Ползать — это залог победы. Да, но как я и думал, здесь, в общем, тупик. Я изначально заходил, я видел, что здесь вроде как тупик. И да, здесь действительно тупик. Так, хорошо. Так, мы находимся, похоже, в Cave Entrance. Это оно? Да, похоже, что это оно. Или не оно. Тут два варианта. Либо да, либо нет. Ладно, запомним это. Что-то тут с этим связано. Я не знаю, сегодня я, как обычно, гений дедукции просто. Что-то тут с этим связано, я думаю. Ну ладно, пойдем дальше. Видите, игра интересная. В ней что-то цепляет. Что-то вот именно такое. Не знаю, она напоминает мне...
Я не знаю, она мне много чего напоминает, но в ней страшненько и в ней интересно. Может быть, это потому, что мы не понимаем, что происходит, но это же как бы показатель хорошего сюжета. Там, по-моему, кто-то стоит. Что ты не понимаешь долго, что именно происходит. Ну, вроде как, что это? Экскаватор какой-то? Вроде как ты понимаешь, что происходит, да, какой-то бунт, все друг друга убили, какая-то женщина была, которая была зараженная, она понимала, что заражена, она какую-то вакцину принимала, но и не помогало это. И она всех, кого ловила, называла испытуемыми и проводила над ними какие-то эксперименты против их воли. То есть поехавшие, да? Там вдалеке, по-моему, кто-то ходит. Так, что-то здесь как-то светловато или нет? Или мне кажется? Ну, тут вроде никого нет, в принципе-то. Так, меня видно, я свечусь как елка новогодняя. Если кто забыл, то в левом нижнем углу, он там в жизни, и показатель, чем ярче он светится, тем лучше нас видно. Это дробовик, а нет, это не дробовик. А, пила. Угу. Хорошо. А, та самая баба. Нашла 4 патрона для дробовика, 6 маленьких чего-то там, 3 средства антибактериальных, одну банку бобов, еще что-то. Мои соболезнования семьям Ромеро Дитера, Мерли Гард, ну, вы поняли. Все, кого медицинские исследования уже не смогут вернуть. Кроме всего прочего, я оглушила и захватил... Поймал нового испытуемого, бывшего Гарри Гилкина, который мне никогда не нравился. Танехилл его бил. Но у меня кончается анестетик. Ввела себе лекарство, никакого эффекта. Я точно больна. Так, меня беспокоят эти звуки вокруг. Может как-то... Ой, что-то ж дрожь. Ну вы поняли, по-моему, она немножко больна. Но я бы не стал утверждать наверняка. Так, хорошо, пила. Никто не пришел. Там пути нет. Давайте возвращаться, я думаю, тому человеку, который там был, вот это вот самое. Ему нужно руку отпилить, мне кажется. Ну, это как вариант. Надеюсь, стража не пришла. Он там один вдалеке ходит, товарищ. Он меня беспокоит, но так, постольку поскольку, потому что мы далеко, и ну, полно места, где можно спрятаться. Реально, как будто играешь в игру с 90-х. Я по такому соскучился, но очень многим это не понравится, как обычно, вечные любители. Но, как я вам говорил, в последнее время у меня сейчас настроение проходить не по псу, а именно вот что-то вот такое. То, что я на самом деле люблю. Мои вкусы слегка специфичны. Больной ублюдок. Типа того. Надеюсь, никто не пришел. Надеюсь, это пила на самом деле для того, для чего я думаю. Не знаю, кто ты, но вроде как мы с тобой знакомы, поэтому извини. Я отпилил руку? Да? У меня есть какой-нибудь инвентарь? Вроде как у него руки нет, но черт его знает. Так, сейчас я попробую... Давайте мы с вами зайдем, наверное... в Options и посмотрим Control Customization. Есть тут какой-нибудь какой-нибудь инвентарь. Инвентарь и... О! Только во второй серии выяснил. Так, у меня есть пила. Пила по кости. Может быть полезно что-нибудь разрезать. Понял. Так. Фонарик. Слушай, прикольно. Но я... Я не знаю, как мне на тебе пилу применить, и для того ли мне пила на самом деле нужна.
Ой, господи, патрон потратил. Ну вот, кто так может еще? Ну ладно. Хорошо, это было немножко неочевидно. Или это я сделал неочевидным. Но теперь у нас с вами есть рука. Рука инженера может быть полезна для того, чтобы получать доступ к дверям. Хорошо, двери я пока не видел, но судя по тому, что мы с вами прошли уже вот тут вот все. Я думаю, что где-нибудь вот здесь, не знаю, видите ли вы курсор, не забыл я включить для записи этого видео. Но, в общем, Mercenary Quarters, видите, где-то там должен быть вход. И я чувствую, что он там, где охранники. Жалко, тут вентиляции нет. Я бы себя сразу почувствовал вентиляционным воином. Это игра... Ты не слушаешь меня. Я вырезал это. Все это вырезал. Каждую часть, которая делала тебя личностью. И я буду делать это всегда, когда захочу. Ты думаешь, что они все монстры. И разницы ты никогда не почувствуешь. Что? Что она сделала с нашей головой? Кто эта дама? Какого черта вообще происходит? Нужно понять, нужно разобраться. Жалко, в игре нет быстрого сейва. Это, конечно, работает на атмосферу, делает меня аккуратным, но я тут поэкспериментировал. Ну, обычно, когда я начинаю экспериментировать, я ломаю игру и теряю к ней интерес быстро. Так. Раз, два. Хорошо, что они глуховаты. Они вообще какие-то странные, я не понимаю, то ли это люди, то ли это киборги. Но они постоянно произносят фразу, что «помоги мне, Грегори Харт». Я не знаю, кто такой Грегори... Так, черт. «Помоги мне, Грегори Харт», «помоги мне, Грегори Харт». Как будто они либо безумные, либо они какие-то сбойнувшие роботы реально. По странной какой-то этой двигается. Грегори Харт, дай мне сил. Не хочу смотреть. Ага. Так, мне нужно закрыть эту дверь. Давай быстрее. Хорошо. Сейчас сядем поудобнее. И погнали. О, Уолтер. Они себя заперли. И разорвали друг друга на части. А за дверью у нас ходит еще большая проблема. Пипец, тут все в кровище. Да пипец, ты посмотри, что тут произошло. Это барак какой-то. Просто тупо барак. И в этом бараке внезапно все умерли. Надеюсь, в этом бараке нет никого живых. Я не хочу. Я не хочу, чтобы тут были живые. Я хочу быть единственным выжившим на этой планете. Потому что меня тут все пугают, они конченые какие-то. Просто хочу выбраться с нее. Что, много прошу? Так, тушим фонарик и получаем, что это... мне кажется, это та самая карта, которая нам нужна. Уолтер. Я получил какой-то радиоконтакт. Был сигнал. Он соревновался с моим. Нужно выяснить его природу. В то же время, пожалуйста, проследуй через туннель доступа и жди дальнейших инструкций. С чего бы это вдруг? Ты кто такая вообще? Пожалуйста, доверяй мне. Наши действия принесут лекарства. Обязательно. Ну, в общем, мы откроем лекарство, говорит она. Так, хорошо. Мы с вами можем идти к туннелю, который ведет нас отсюда, из этой колонии. Как вы думаете, это плохо или хорошо, учитывая, что она не отмечена на картах? Я думаю, это херово. Но там не будет роботов-убийц, верно? Спокойно. Так, что это там лежит? Глаза болят у тебя. Попробовать бы все-таки голову им пострелить, но я не настолько рискованный парень. Не хочу смотреть.
Просто хочу закрыть глаза навеки. Так, я так понимаю, отсюда мы можем вернуться к туннелю. А что у нас здесь? Здесь у нас еще одна дверь. Давайте попробуем на всякий пожарный. Жаль, что сохранений нет. Если что, мы начнем, наверное, с самого начала. С чего я серию начал? Не подходит. Ладно, понял. Тихо. Спокойно уходим. Вставать пока нельзя, бежать пока нельзя. То, что я хожу на корячках, этому есть прекрасная причина. У врагов прекрасный слух. То есть реально слышат издалека. Поэтому вот те товарищи, которые будут говорить: «Беги быстрее, Артурка!» Отнюдь. Нет, ребята, нет. Я только буду уверен, что никого рядом нет. Вот как сейчас. Слушай, игра офигенная, посмотри. Ну, блин, визуальный стиль. Графона нет, конечно, блин. Графона нет, игра плохая. Угу. Не, игра реально вот просто дико радует своим подходом. Каким-то таким домашним, что ли, я не знаю. Господи, как же тут темно. Но здесь вроде никого по-прежнему нет, поэтому я не буду эти фонарики глушить, наверное. Так, подожди, у меня пила осталась, пила у меня осталась, рука у меня осталась. На кой хрен оно мне все? Блин, а если я сейчас буду открывать, я не ломанусь сюда? Давайте мы вот это потушим. Блин, он две стороны, два патрона тратить, у меня их всего пять. Не-не-не, ладно, жаба моя душит меня. Так, завершено. И чё, ну? Я понял. Дверь открой. Что-то пошло не так. На задворках этой базы путь к, ну, к шахте. Все, что за ней, это пустынный ландшафт, незнакомый, не нанесен нормально на карту. Так, ну, в принципе, я все уже сделал, хорошо. Что не так? А, объектива не завершена, подожди. Так я же получил карту, нет? Может быть, ее как-то выбирать надо? Я не понимать. Карта для задворков. Ну, вроде это... Блин, я не знаю. Давайте посмотрим еще раз. Туннель к колонии Outskirts. Мы сейчас тут находимся. Карта у нас к этому месту. Возникает вопрос. Сломаны ли мы на данный момент или нет? Хорошо. Давайте как-то думать, что со всем этим делать. Может, эта карта к чему-то другому? Ну, вроде как нет, как бы, по идее. Там осталась еще одна дверь закрытая, но... Сейчас посмотрим, похоже, я сломался. Не может быть, игра, блин, ну... Как ты могла сломаться-то, господи. Что я сделал не так? Давайте посмотрим задачу. Так, наемники Грегори Харта, у них должны быть ключи в одном из этих двух зданий. В одно здание можно прийти только с отпечатками пальцев, ну, то есть с рукой. Нужно обыскать все здания и окружающую территорию, чтобы найти что-то, что может помочь. Ну, ладно, попробуем тогда обыскать какое-то второе здание, но там дверь не открывалась. Может быть, оно отсюда как-нибудь туда можно войти. Черт его знает. Я, на самом деле, сейчас немножко не понял. Вот просто, честно. Будем искать. Единственное, вот реально, мне было бы намного спокойнее, если бы я точно знал, что проблема тут в данном случае не во мне, то есть в том, что я что-то не сделал. Вернее, проблема во мне, наоборот, а не в игре. Так, тут входа никакого нет, но вот это здание, да?
Да нет, в принципе, в это здание единственный вход, это вот, который мы попробовали. Сейчас я попробую туда же пройти и что-то со всем этим сотворить. Двигаемся на границе света и тени и смотрим по сторонам. Какого хрена? Карта есть. Чего не хватает-то? Ну? Вот этот товарищ ходит. Вот отсюда мы начали. Ну, то есть отсюда мы прошли в первый раз. Ну, давай, иди куда-нибудь уже. Болезный. Подождем. Мне только что все так нравилось, и теперь я слегка напуган. Что, если игра сломана? Что мне тогда делать? Я вам пообещал прохождение. Оно вот так вот. Но если оно так будет работать, то, естественно, я на нее забью. Так, подожди. Здесь как бы есть что-то взрывчатое. Вот это вот, вот сюда выстрелишь, по ощущениям, тут все подорвется, потому что, посмотрите. Вот, как бы... Написано взрывчатка, взрывчатка, взрывчатка. Что это нам даст, если мы взорвем? High explosive. I don't know. Да, попробуем. Хрена там. А я не могу про... А, я могу пронести. Так, ну оно, по крайней мере, не взрывное. Уже что-то. То, что он меня сейчас рисует, это уже, конечно, плохо, потому что он идет прямиком на меня. Как можно было так? Ой. Повезло. Нужно оставаться людьми, говорит. Конечно. Как тебе такое? Хорошо, сейчас знаете, как я сделаю? Я сейчас посмотрю в интернете, может быть, я на самом деле делаю что-то не то, делаю что-то не так, поэтому, может быть, игра у меня сломана и... Ой, короче, сейчас посмотрим. Хорошо, продолжим. Это моя попытка номер два, потому что я посмотрел, зашел на YouTube, как люди проходят это место, и люди проходят это место. То есть, получив карту, они проходят дальше. Видимо, у меня был какой-то баг. Я перезапустил игру и надеюсь, что сейчас у меня все будет хорошо, потому что я не люблю баги. Да и вы тоже, наверное, я думаю, не любите баги. Посмотрел, как люди играют в эту игру. Мне не нравится, как люди играют в эту игру. Что-то носится реально там с волоканем. Какой смысл вообще играть в сюжетные игры и при этом, ну, не проникаться сюжетом? Народ, вы не очень. Не очень. Надо ходить, бояться... Представлять, что это вы тут со своей жирной тушкой, ну, у вас-то не жирная, конечно, бродите по этой планете, и тогда все сразу станет несколько интересней, прям погружение, все дела, ну, как, а как же еще, как иначе играть в хорроры? Причем нормальный хоррор, я имею в виду. Ну, давай, да ты гонишь, ну вот что это такое, вот, люди просто проходят. Люди просто проходят, а я не могу. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все, да не то. Давайте, знаете, я что сейчас делаю? Я сейчас переустановлю игру и попробую пройти еще раз это место. Если нет, то уже ладно, до свидания так. В общем-то, установил я по новой игру и даже почитал там форум разработчиков, на котором не было такого бага вообще ни у кого. Но, тем не менее, я не знаю, что с этим совсем скажешь. На этом мы, наверное, и прекращаем прохождение этой игры, по крайней мере, до того момента, пока я не решу эту проблему. Но, скорее всего, у меня просто не будет времени решать эту проблему. Посмотрим, после выхода патча где-нибудь через месяцок сяду и, возможно, еще поиграю в нее. Может, на каком-нибудь стриме пройдем, я думаю, к тому времени уже, у меня уже там ремонт кончится, я начну стримить там всякое разное. Не знаю. Но на этом мы с вами с игрой прощаемся, потому что я потратил на нее очень много времени. Она мне понравилась, как вы видели, она мне реально понравилась, но она не работает у меня. Несмотря на то, что я все получил, люди после того, как, собственно, получают вот эту штуку, ну, там сам диалоги, как бы уже говорят о том, что все, нам нужно идти сюда и делать то, что нужно.
Но она не хочет. Она тупо не хочет. Поэтому игра, до свидания, ты была неплоха, но не более того. Я не могу сказать, что это какой-то шедевр, но игра была приятная. И на этом мы с вами покончим. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если я вдруг, не знаю, может, я что-то не понял, но я же смотрел на ютубе. Все я понял. Все я понял. Проблема не во мне, вроде как. Короче говоря, на этом мы с вами попрощаемся. Увидимся в других видео. Надеюсь, вам понравилось это. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока.